Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. Иду к Оксане. Они меня с Жанной ждут. Купила тортик черемуховый. Да, купила тортик. Сейчас у нас будет девичник. Ну, думала, что купить. Не знала. Фруктов у Оксаны полно. И решила, по кусочку съедим. Валечка, разреши. Я это выбегаю все, вытанцую, выпрыгаю. Все. Я у Оксаны, показываю вам. Вот Жанну, Жанна разрешает ее показывать. Конечно, разрешаю. Как же я не разрешу? Здравствуйте, уважаемые зрители. Как Оля говорит. И случайные попутчики. Надзиратели, Оля моя говорит. Вилю показывает. Приятно вас видеть, да? Вот он. А Оксана не разрешает ее показывать, потому что она приболела. Да. А вот Виля разрешает. Виля фотогеничен. Столик накрыла. Все как по заказу, не больше 200 грамм. И тортик девочке худеющая Лена принесла. Говорит, на 3 килограмма похудела. Так, будешь говорить, я тебе сейчас покажу людям. И принесла торт килограммовый. Сказала, пока не съем, не уйду. Через 2 часа. Нет, я сказала, будем танцевать. Смотрите, что у Оксаны я увидела. Вот смотрите. Причем в прошлый раз я не видела, хотя она говорит, что было. Вот это полотенце, чтобы не перепутать лицо. Это руки, это ноги. Так, где? Видно? Нет? Не знаю. Вот, ноги. А это собака. Посмотрите. Это как в этом, в больнице. Это по тому случаю, когда мы зубы почистили. Думаю, мне расскажу. Так гость еще да, раз. Я расскажу, и начнет мне кто-то это вытирать. Так, у тебя, наверное, на тазике написано там полы. Швабра есть? Нет, нету, я руками мою. Ой, ну это вообще шок. Это для меня шок, конечно. Ну пошли. Да, сейчас я расскажу историю. А Жанна, ты знаешь эту историю? Конечно. Про руки-ноги-то? Нет, про зубную щетку. Нет, хочу про зубную щетку. Оксана, вот это здесь я могу сесть, да? Да. Короче, Оксана меня пригласила к себе с ночевкой. Ну, в давние времена, да. Нас не показывают. Да, я приехала, привезла свою зубную щеточку. Давно это было уже. Ну, еще девчонок, наверное, не было, да? Да, мы еще на танцы с тобой ходили. Для тех, кому за 30. Делали серьезные лица, как будто нам за 30. И вот я, короче, у нее осталась. И щеточку эту оставила. Думаю, ну пусть остается на всякий случай. Мало ли, в следующий раз не буду не вести. Не тащить, конечно. Да. И проходит какое-то время. Оксана опять меня к себе приглашает. Я приехала, уже щетку не беру. Думаю, ну там же есть моя щетка. Приезжаю. Короче, вечером сходила. Умылась, зубы почистила. Выхожу. Она на меня, ну, мятой пахнет. Она говорит, а ты что, чем зубы чистила? Я говорю, щеткой, там моя щетка. Как, давай она смеяться? Я говорю, ты что ржешь? Она говорит, я этой щеткой после кошки мою унитаз. А я увижу, она футлярчик, такая хорошая щеточка у меня. Как слушай, моя, это было шоу, просто шоу. Не, ну ты сих пор же жива, значит, все хорошо. Ну да. Кошка была продезинфицирована. В общем, не, такое кошки у нас в нашем было доме шоу. Всегда чистенькие были. Ну, чистенькие, не чистенькие, но когда но она сходила, а там ты зубы чистишь не очень. Вот так вот к столу поэтому такая она вот. И подписывает все, да. Руки, ноги, да, лапы, теперь хвост. Все подписано. Чтобы сама не перепутать. Щетка, если что, она наклеит Лена. В следующий раз. Но у меня тоже здесь была зубная щеточка у Оксаны. Ну, ты спроси, она... Я куда-то уезжала тогда и забрала их. Не, я забрала ее. Вильки зубы чистим, а, вильки, да. А дома у меня есть такие. Одна ладно, зубы. Ой, это ужас. Комедия. Так вот. Да, все, приятного аппетита. Спасибо. Есть можно? Можно. А Оксана уже начала. Ты неженка. Ну, расскажи мне, как ты живешь, расскажи. Плохо живешь? Мама тебя бьет? Мама бьет? Расскажи. Пожалуйся. Пожалуйся, Виля. Пожалуйся.
тетки. Где Лина? Лина где? Лина где? Скажи, я уже спрашивала, да? Ну поговори со мной, ну поговори. Ну поговори, ну давай, поразговаривай, давай. Вау. Бьют, не кормят, бьют, ой, спать не дают. Несчастный. Ой, бедный. Обижают тебя в этом доме, да? Мать обижает? Обижает. Ой, вот так Оксанка накопилась. Оксана, у него тебя, сколько, да? Обиды на тебя. Ой, любит Оксана. Как любит Оксана тебя? Сильно любит? Оксана любит тебя сильно? Меня обними. Обними меня. Давай обниматься. Давай обниматься. Давай обниматься. Давай. Ты жопа так. Ты жопа? Ты жопа, Виля? Нет? Ты не жопа? Нет? Ай, красавец. Виля, красавец. Где мама-то? Мама где? А где? Где Оксана? Где Оксана? Ой, это я должна тебя гладить, да? Я гладить тебя должна, да? Да? Ах, ты неженка. Ты неженка. Что это мама делает? Фантиками шуршит, да? Да? Но она тебя не обижает хоть, нет? Нет? Мама не обижает? Нет. Нет? Не трогает тебя, да? Алинка приезжала, обижала, да? То есть Лина тебя вообще не любит? Тем более, скажи, Лина, Лину не видно было. Виля, тебя Линка любит? Она все время где-то гуляла. А вот Ксенька тебя точно не любит, я знаю. Потому что ты разговариваешь. А что ты мне хочешь поговорить со мной? Давай поговорим. Ой. Давай пожалуемся. Ой, жизнь плохая. Ой, игрушки деревянные. И тортик не дали. Ой, какой был тортик вкусный. Ой, несчастный собак. Ой, Гоя. Ой, несчастная Гоя, да. Да, несчастная Гоя, да. Ой, ну все, хватит разговаривать. Посмотри на Лену, там Лена тебя снимает. Я не показала. Посмотри, Лена тебя снимает. Сумку-то. Посмотри. Давай, покажи. Лена тебя снимает. Виля, поговори. Вилечка, Вилечка. Виля, с Леной поговори. Ну, поговори. Да. Ага, скажи, что там мама делает? А с телезрителями поговори. Виля, ну мама фантиками зашуршала. Скажи телезрителям здравствуйте, Виля. 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 Ой, какой мальчик. На улицу пойдет гулять. Нарядился. Нарядился. Свитер какой. Свитер геолога надел. Вилли. Ничего, ой, какой нарядный мальчик. Балаболочка у тебя тут. Шалаболочка висит. Красивый, красивый. Мама нарядила. Ой, а тут-то у него аппликация какая на спинке. Ой, солнце, нарядный, не замерзнет. Галыш. Галыш, малыш. Пойдем. Да? Гулять пойдешь? Гулять? Пойдем. Ты показываешь себя, да? Давай свет включу, а то тебя плохо видно. Давай, мой маленький. Покажи, как ты умеешь. Как ты сейчас спал? Покажи, как ты на спинке спал. Вот так. Вот так, да, ты спал? Зайенька мой. Да? Зайенька мой на спинке любит спать, да? Может, ты не кот? А? Может, ты не кот? На спине спит. Ух ты мой мальчик. Ух ты мой мальчик. Мальчик мой. Ты мой мальчик? Ты мой мальчик? Ой, завалил меня. Ой, меня завалил, котя мой. Ух ты мой. Ой, злой какой кот. Ой, какой злющий кот. Злющий-прелющий.